Гарден. И Гарден должен понимать то, что здесь все не так однозначно. Нужно отойти на плент. Да, все-таки его отпускают, но тут еще смог только сейчас развеялся. Гардиан должен давать информацию о том, что очень много игроков атаки находится под точкой. Гардиан уже забирает Кива и дальше работает от Рейна, которого не прочекали. Тут Легия выходил на раскидку, уже ее не будет. Гардиан минус 3 в этом раунде. Минус 4! Последний залетает. Невероятный хедшот по Тапсону. 10-3. И вот то, о чем я говорил буквально несколько минут назад, что могут закрыть в ноль.